Ну, давайте помянем добрым словом одного хорошего человека, начальника оргстроевого отдела, майора Валерия Андреевича Дорогого. Из выступления на разводе. Имеют место самовольные отлучки и распорядок продолжают нарушать. Предупреждаю еще раз, на всякий случай. За это будем беспощадно отчислять. Вы все не против, так сказать, поразлагаться и легкомысленных девиц осеменять. Предупреждаю, кто нам будет попадаться, того мы будем беспощадно отчислять. Есть для курсанта непочатый край работы, с лопатой нужно от учебы отдыхать. А если чем-то недоволен будет кто-то, того мы будем беспощадно отчислять. Курсант вообще не человек, пора привыкнуть. И так же нечего права свои качать. А если кто-нибудь захочет против пикнуть, того мы будем беспощадно отчислять. Курить нельзя и пить нельзя, нельзя жениться. И только носом разрешается дышать. А если кто-нибудь захочет возмутиться, того мы будем беспощадно отчислять. Ну как, все выяснили? Вот, кажется, и все. А, чуть не забыл. Я слышал, умный среди вас тут слишком кто-то. Про командиров любят песни сочинять. Предупреждаю, может он не стать пилотом. Поймаем, будем беспощадно отчислять. Поймали, но надо сказать, что Валерий Андреевич, он, в общем, шутник, прикольчик был, но никого он никогда сроду не отчислил. Более того, я знаю, что несколько человек мне рассказывали, что он наоборот их уберег от отчисления, там, от каких-то дисциплинарных воздействий. Так что хороший человек был.